Ребят, если вам нравится эта карта, то обязательно ставьте больше лайков, и я сделаю больше серий по ней. Спасибо! Хей-йоу, всем привет, с вами я Спайк, и сегодня мы с Лероем вновь будем играть в на карте «Кто твой папа?», и сегодня моим отцом будет Херобрин. Привет! Всем привет, с вами мистер Макс. Всем привет, мистер Макс, я папа. В общем, эта карта немного переделана, она теперь стала более темной, так как это дом Херобрина, и отец у нас будет Херобрин, как я уже сказал, так что... Давай, заходи, тут у нас все в крови, все в всё всяких скелетах и прочем. И надеюсь, что вам это, ребят, понравится, потому что карту я делаю только для вас. Это будет вторая часть карты. Он так потел, я просто смотрел на это просто жесть, он потеет, как свинья. Просто, реально, я ее делаю уже вторую неделю. Ребят, это вторая часть карты, она тоже веселая. Тут, кстати, усложнено для меня все, для ребенка, потому что у отца теперь будет больше замедлений. У него теперь есть зелье против огня, и теперь не смогу, точнее, смогу в печке сжечься, но это будет сложнее. Да. Да, ну да, что, да. Все, давай, я, короче, побежал так, прятаться. А мне нужно ждать, чтобы ты спрятался или что? А... Или нет? Ну так. Или просто идти тебя уже вот так бить. Вот уже бить, можешь идти уже. Уже иду. Все, давай. Так, я уже нашел мозги, сейчас я буду есть. О, тихо. Челик. Только нет, не буду, потому что у меня полная, кстати, это еда, так что я. А что ты не скидываешься? Что? Ты что, офигел, что ли, хакер? Ну да. А, еще, кстати, добавили мы отцу. Ой, снежки, потому что. Да, снежками, давай. Типа, тоже можно сталкивать. Так, я пока пойду себе наберу всякой еды. Тут еще вместо картошки теперь кровь, да. Офигенно. Так, что ты за мной бегать теперь будешь? Ну да. А, ну ладно. А что нет? Попробую пропаркурить сейчас тогда. А, кстати, думаешь? Я не знаю, удочкой тоже у меня получалось как-то сложно сталкивать в прошлый раз. Ну-ка. Нет, ты вообще реально читер. А попробуй ее не убирай, а вот просто, вот кинь, давай. Опа! И что, и где она? Она упала? Не-не, что-то не получается. А я не знаю, по идее она раньше работала. Так уйди оттуда, сын! Ты меня можешь осел! Снежками? А все? А, ну да, да, а тут ты осел. Ну-ка, скинь меня снежками. Ничего не происходит, Саш. Я не знаю почему, кстати, не знаю. У тебя не стоит ничего противозаконного? Ну, типа... Нет. Ну, кажется, нет. Так, ладно, теперь я побежал в твою комнату. Тут, кстати, вместо тех самых грудей. Теперь тут обычные. Не, у меня тут сиськи. А, да, ну блин. Не-не-не, все нормально. Ну ладно, ты... Главное, что у меня сиськи. Ну ладно, скинешь мне, короче, сурпа потом. Давай. Да-да-да. Ну ладно, так. Подожди, я тебя, смотри, я тебя бью, и ты мне не это, ничего не делаешь. Ну, что поделать. Эй! В смысле? Так, ну все. Ну ты меня можешь хилить еще и можешь замедлять, кстати. Мне это уже не нравится, знаешь? Мне это просто уже не нравится. Так, я сейчас попробую, кстати, использовать все-таки. Все-таки я попробую. А ты, кстати, можешь забирать мои всякие зелья и прочее, потому что, типа, чтобы я их не взял, да. А-а-а. Если что. Да. А-а-а. Кстати, не забывай меня хилить, потому что я, типа, могу есть, и ты можешь меня убивать. Ты, кажется, помрахнулся, кстати. Да? Да. В смысле? Тихо, стой. А ты где? Эй, ты ушел? Да. Ты меня просто обманываешь. Сюда иди. Ты где? Стоп, ты меня обманул. Окей. Где ты? Ну, я прячусь. Секундочку, мне нужно подключить свою дедукцию, так сказать. Ну, своего внутреннего Шерлока. Ну, близко. Да? Шерлок был близок. Так, тихо, осторожно. Угу. Где ты, маленький ублюдок? Что? Ты меня не видишь, что ли? Нет. А, я пошел же. А, урод, иди сюда. Ай, блин, как уйти? Ищи дальше. Ой. И долго? Блин, я не знаю, как от тебя убежать, вот серьезно. А еще у меня, кстати, кнопка не нажимается. А, все. Блин, ну не знаю. Кстати, у меня хп отрегенились. Почему у меня удочка на тебе не работает, сын проклятый? Ну, прям. Да смотри, ну даже с ней... Ну, я сын Херобрина, алло. Какая удочка? Кстати, снежки, я не знаю почему. Да и удочка не работает, собака.
Не знаю. Можете написать в комментариях, почему не работает, потому что, да. Может, это... Хз. Эй, ну она, кстати, вначале-то работала. Ну да, я знаю. Она, может, один раз работает, но это, типа, странно. О, мозги. Где мозги? Где мозги? Ты взял? Или что? Я не знаю. Ничего не брал. Окей, ладно. Так, кстати, ну-ка, можно второй раз ее использовать? Не, нельзя. Как я и задумывал. Все-таки. Да. Так, тихо, ты там... Ну, по идее, мне уже должно хватить на фул, типа, прокаст в меня, чтобы сдохнуть. А может и нет? Тихо. Надо куда-то, надо тебя убегать, потому что ты будешь меня хилить, и это, типа, сложно. Так. Ну, тогда, сын, что ты херню-то страдаешь? Ну, иди телевизор посмотри, ты тебе реально стоит жить надоело, что там, там новость. Хочу мультики! Я махнулся! Опять? А, да. А чё, тут не работает, что ли? Блин, ладно. А, еще один баг нашел. Найс. Так, ну, кстати, да, я, наверное, могу выпилиться полностью. Не-не-не, Саш. Короче, все, я пошел. Мне надо куда-то только от тебя сбежать, потому что у тебя там еще хилок до жопы. Живи нормальной жизнью, спокойной. Я же твой батя. Ну, Саш. Давай ты не будешь. А, го я паука еще покажу. Я забыл паука вам показать. Короче, у нас тут паук еще. Вот, Сашок. Так, паукан. А он тебе пшит. Да. Ты маленький ублюдок, что делаешь? Я топлюсь. Эй, да что ты так быстро? Я хотел утопиться немножко. Ну ничего, не, нельзя тебе топить. Кстати, я не знаю, нафига это сделал, надо было, по идее, типа, сбежать от тебя сначала. Что-то я тупанул. Да. Эх, ну ладно. Я ладно, я пойду сейчас, короче. Ну ладно. Давай. Я по телевизор хотел посмотреть, но ты маленький урод. Ну я спрятался, короче. Подожди, где ты опять? Ну, я спрятался, типа. Я тебе. Так. Ай, да не хиль! Нет, я не успел. Нет. Стоп. Все, я типа, все, я пошел. У меня при. Все, не пока, все, я пошел. Стой. Все, я прыгаю. У меня нету больше хилок, все. Все, иди сюда, смотри на это, иди сюда. Где ты, я хочу посмотреть. А вот. Вот я, все. Где? Нет. Давай, скажи мне что-нибудь на прощание. Ну, ты это, ты приемный. А, ну ладно, тогда. Ой, бля. Ну чё, я тебя победил, короче. Ну, хотя ты меня хилил. Хилил меня как ты мог. Красиво сделал, реально красиво. Не, ну, по красоте всё. Я промахнулся, это просто мне не повезло, то, что я промахивался, потому что я косоглазый урод. Не, просто ты меня упустил, потому что я этот, в холодильник залез. Кстати, надо попробовать, работает? Ну-ка. А, кстати, тут тушилка не работает. В смысле, где? А, в аду, ну, в этой фигне нижней тушилка не работает. А, странно. Что-то я... Ну, кстати, я все равно ей не пользовался, потому что я все равно не читер, да. Ну вот, смотри, это чтобы такой фигни не было. Ну, подожди, ты говорил про какой-то холодильник, в смысле холодильник? Вот это печка, что ли? В смысле печка? Ну, подожди, ты говорил про какой-то холодильник? А, вот этот вот. Сейчас. Я типа залез в него, и, короче, на shift встал и сдох. И, прям, да? Это я понял, да. Я уже это увидел. Я еще промахнулся, тут фак, это упасти, ты сдох. Ну, твои проблемы, чё. Короче, ребят, я, как обычно, победил, затащил. Просто как... вас всех с чипами всякими. Да, хер мне это раздражает. Херблин проиграл бой. Я еще вернусь, урод. Ну, давай. Я тебя воскрешу, я ж Херблин. Да, в общем-то, мы сейчас еще поиграем, но это вы уже следующую игру можете увидеть на канале Лероя, так что заходите к нему, подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите. В общем, ребят, карта делается для вас, так что, ребят, ставьте побольше лайков, чтобы побыстрее она уже вышла и отработала. Как видите, я делал даже новые режимы с всякими херабринами, вампирами и прочим. Вот, мы киваем даже. Мы, да. Ну, запотение лайк. Делаем все по красоте, так сказать, да. Да, он красиво делает дела, так что за это можно и лайк поставить нормально. Ну так, можно два поставить, попросить друга, чтобы... Можно попросить друга поставить лайк, подписаться, можно всем одноклассникам рассказать, там, одногруппникам в садике, я не знаю. Ну, короче, ребят, все. На этом все, ребят, надеюсь, что вам понравился этот ролик, то ставьте лайки, смотрите следующего Лероя, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и еще можешь поставить лайк. До скорых встреч, пока. Пока.